Ждать выхода Bionic Commando на платформах нового поколения и PC придется довольно долго. Напомним, проект появится в продаже не раньше зимы 2008 года. Между тем, недурно было бы напомнить ничего не подозревающим игрокам, что представляет собой игра. Ведь о существовании классического экшена образца 1987 года знают и помнят очень немногие. Что ж, сотрудники Capcom вполне готовы восполнить данный пробел в знаниях, а заодно и немного подзаработать, неся просвещение в массы. Каким образом? Очень просто, выпустив ремейк Bionic Commando для PC, Xbox Live Arcade и PlayStation Network. Идея, как мы могли не раз убедиться, не новая и достаточно легко реализуемая. Разработчики всего лишь возьмут версию игры времен NES, переделают графику, чтобы последнее лучше смотрелось на современных дисплеях, и прикрутят несколько бонусов вроде дополнительных уровней и нового оружия. Остальное трогать не будут. Благо, несмотря на солидный возраст, экипированный биомеханической рукой спецагент Спенсер вполне бодр и готов хоть сейчас отправиться выколачивать дух из террористов. Все это добро затем предложат скачать через упомянутые выше сетевые службы. В случае с PC покупку можно будет совершить через Steam. Цена вопроса пока не объявлена, так как продюсер игры считает, что и $10 за этакий раритет более чем достаточно. А вот руководство Capcom жаждет получать не меньше 15 условных единиц сноса. Чья возьмет, узнаем ближе к маю.